МИД Северной Кореи выступил с новыми угрозами в адрес США. Пхеньян пообещал Вашингтону, цитата, «немыслимые, мощные и последовательные ответные действия, пока не будет остановлена конфронтация между странами». КНДР таким образом ответил на возможное ужесточение санкций со стороны ООН. Сегодня Совбез соберется на заседание по ситуации на Корейском полуострове. Проект резолюции запретит поставки в страну нефти и импорт северокорейского текстиля. Напомню, КНДР за последнее время провела серию пусков баллистических ракет и испытания водородного заряда.